Во Владивостоке сотрудники полиции задержали подозреваемых в налете на банкомат. Сейчас задержанным грозит до 6 лет тюрьмы. Обезвредить преступников сотрудникам полиции помогла группа быстрого реагирования одного из частных охранных агентств города. Пока бойцы ЧОПа ехали на место происшествия, злоумышленники при помощи отвертки и монтировки пытались вскрыть отсек банкомата, в котором хранилась наличность. По всей видимости, преступники знали, что их снимает видеокамера, установленная в корпусе терминала, поскольку они прятали свои лица под капюшонами. В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение оперативного дежурного частного охранного предприятия. Заявитель рассказал, что в отделении банка на улице Луговая сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники охранного агентства пресекли действия 2 мужчин, которые повредили терминал и пытались похитить из него денежные средства. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские произвели осмотр помещения банка и изучили запись камеры наружного наблюдения. Установлены личности задержанных. Это 32-летний ранее судимый и 24-летний несудимый житель Приморского края. Мужчины доставлены в отдел полиции. Они дали признательные показания. По факту попытки взлома банкомата возбуждено уголовное дело по статье кража. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.